Видеосъемка сделана 16 января 2019 года, 11 часов 55 минут. Вот я сделал сообщение в прокуратуру предохранную. После этого вывалили опять сотрудники МЧС по Камчатскому краю. Опять грязный снег, Култушное озеро. Вот грязь, видите какая? Вот свежий кот. И дальше опять грузит снег. Вот такая вот ситуация. То есть, если ты чиновник большой, то тебе можно нарушать природоохранное законодательство Российской Федерации. И тебе ничего не будет. Вот какая огромная куча снега. Грязного. Вот, посмотрите. Сброшено в озеро Култушное.